Добрый день, уважаемые члены Общественной палаты и члены Совета старейшин Республики Саха-Якутия. Уважаемый Михаил Владимирович, я рад, конечно, сегодня выступать и сегодня побыть с вами для обсуждения вашей статьи, о том, о чем уже говорили. Статья основана на концепции пространственного развития страны, реализации национальных проектов, программ развития сельских территорий и дополняет идеи и мыслями общественного развития, направленные на достижение трех основных для республики целевых задач. Это как демография, уже говорили, экономический прорыв, консолидация общества. Но люди, живущие и работающие на селе, независимо от территориального расположения, в том числе трудодоступных населенных пунктов, должны иметь реальные гарантии на качественное медицинское обслуживание и на доступное и качественное образование своих детей на современном стандарте. Но для общего обсуждения приведу несколько цифр итогов прошедшего года на развитие сельского хозяйства. Но направлено 10 миллиардов рублей бюджета муниципального образования на поддержку сельскохозяйственного производства, предусмотрены субвенции чуть более 4 миллиардов рублей. Из них 65% поддержка производства и переработки продукции скотоводства, 18% на поддержку северного оленеводства, 11% на поддержку сельскохозяйственного производства и по 2% на поддержку скотоводства и табунного коневодства, по 1% на поддержку свиноводческих и картофелеводческих хозяйств. По итогам 2020 года уровень самообеспеченности населения республики мясом оценивается 27%, молоком 57%, яйцами 59%, картофелем 63% и овощами 37%. Таким образом, общий объем продукции сельского хозяйства достигла около 27 миллиардов рублей. По сравнению с 2000 годом, поголовье всех видов живности идет на спад. Тем самым сокращается производство продуктов сельского хозяйства, кроме птиц. Ну, приведу общее поголовье у нас скота 183 тысячи, в том числе коров 72 тысячи. Поголовье лошадей сегодня насчитывается 181 тысячу голов. Оленей 156, свиней 20,4 тысячи голов. И птиц 845 тысяч голов. Согласно полномочиям местных самоуправлений, ответственно за увеличение и сохранение поголовья животноводства возлагается на глав ГУСов и поселений. В советское время этот вопрос остро ставился перед районами, Министерством сельского хозяйства под контролем областного комитета Компартии. Иногда за неисполнение государственных планов по сельскому хозяйству принимались самые строгие меры наказания, вплоть до исключения от занимаемой должности высшего руководства района. В данное время критерии оценки деятельности глав ГУСов и поселений оцениваются самим населением, снижается интерес к развитию производства сельского хозяйства. Предложение, внесенное Михаилом Владимировичем, призывает нас организовать новый формат местного самоуправления для создания комфортного условия проживания жителей села. Одним из направлений отмечается финансовая поддержка строительства индивидуального усадебного типа жилья. Каждая семья должна иметь доступ к финансовым институтам в виде долгосрочного кредитования и заемным средствам на срок от 10 до 25 лет, полученных под минимальный процент. Но на сегодня для поддержки сельских жителей
молодыми. Принято ряд решений на уровне страны и региона. Сокращен размер процента при получении ипотечного кредита. Но в то же время реалии вопрос полностью не решен. И имеет ряд проблем. К примеру, у вузов из-за значительного размера первоначального взноса не все семьи могут претендовать на получение ипотечного кредита. Необходимо при получении кредита на индивидуальное жилищное строительство понизить требования к первоначальному взносу кредиты выдавать под залог принадлежащего гражданину земельного участка и самого дома. Большинство дружинников сельского хозяйства не могут получить ипотечный кредит по сниженным ставкам, так как их фактический доход не отвечает необходимому минимальному доходу по требованию банка. В целях поддержки работников сельского хозяйства в рамках программы комплексного развития сельских территорий необходимо предусмотреть финансовые средства на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов АПК. Программа «Сельская ипотека» на 20-й год на получение ипотечного займа. Ну, например, в Россельхозбанке подано более 1700 заявок, из них выдан всего 201 кредит, или 11,7%, и одобрено 107 заявок. Например, Ангаласа Волоса, основной банк Россельхозбанк, по результатам рассмотрения заявок на, за 2020 год, 50% обратившихся загрузил бумажной волокитой. Каждый раз требуя новые документы, в результате люди сами отказались от предоставления данных услуг. Остальные 50% обратившихся, у которых удовлетворены заявки, в итоге получили отказ от аккредитованных организаций по причине того, что деньги не выдают. Следующей идеей является развитие масштабного усадебного строительства, которое приведет к массовому увеличению сельского предпринимательства, особенно к перспективному его сегменту, сельскому промышленному бизнесу, как производство строительных материалов, товаров и услуг, производству и переработке продуктов питания. Но считаем, что Министерство сельского хозяйства республики и нашей республики совместно с главами муниципальных вузов должны поставить данный вопрос как приоритетный и в первую очередь для отдаленных населенных пунктов. В отсутствие делового леса большинство населения необходимо изучить с учетом природы и климатических условий нашей республики, рассмотреть возможность и внести в практику строительства жилья путем быстро возводимой конструкции, а также путем развития производства шлакоблоков и кирпичей. В муниципальных образованиях в Намском и Чуропчинском и других районах имеются строительные материалы на производство сырого кирпича. Для поддержки предпринимательской инициативы на уровне правительства Республики Сахалин-Якутия должны быть приняты решения о предоставлении различных мер государственной поддержки. Для формирования нового образа республики важное значение заслуживает проекты экономического развития каждой территории. Определяются приоритетные направления использования природного потенциала. Сегодня в Улусах имеются заброшенные пашни несколькими тысяч гектаров, которые не подлежат к восстановлению. Предлагаю эти пашни документально оформить с последующим использованием в виде сельхозных угодий и пастбищ. Следующим направлением является инфраструктурное и социальное обустройство усадебного строительства, которое потребует четкой организации на местах и немалых финансовых затрат. Несмотря на проводимую правительством республики работу по развитию газификации и подключению частных секторов к центральному отоплению, к сожалению,
остается значительная часть населенных пунктов, не имеющих данную услугу. Но стоит отметить, что за последние 10 лет в республике проведена большая работа по газификации сел, районных центров и подключению к центральному отоплению Мегино-Кангаласском, Чуропчинском, Горном, Кангаласском, Намском, Юрийской группы районов. Вопрос газификации и подключения к центральному отоплению частных секторов на сегодня также остается самым важным и приоритетным направлением перспективы развития села и позволит повысить качество жизни людей. Для реализации предложений, высказанных первым президентом нашей республики о развитии сел и его проблем, необходимо организовать сельские сходы, проявлять активность для принятия конкретных мер. Главным приоритетом должно быть увеличение численности сельских поселений путем привлечения молодых кадров, рождающихся детей. Эти направления на постоянной основе должны быть под контролем главы наследия и наследных депутатов. Проводимая в республике оптимизация бюджетного расхода приводит к оттоку постоянного населения и более крупные населенные пункты или городскую местность, особенно молодые люди. Следовательно, такое сокращение приведет к закрытию малочисленных школ, детских садов, увеличению безработицы, а далее со временем приведет к потере статуса сельских населегов, соответственно, уменьшается производство сельскохозяйственных продуктов. Можно перечислить населега в несколько десятков, где численность детей в школах составляет не более 60-70 детей. Таких населегов в республике сегодня насчитывается более 200. При таких обстоятельствах предлагается рассмотреть возможность, во-первых, развитие приемных семейств, предоставление всех мер социальной поддержки, в том числе обеспечение благоустроенного жилья. Во-вторых, привлечение молодых семей с предоставлением земельных участков для развития собственного производства и фермерского хозяйства. За последние 2 года количество квот по строительству жилья резко сокращены из-за сокращения федерального бюджета, но это касается, конечно, Министерства сельского хозяйства. В адрес общественной палаты поступают инициативы предложения от главвузов для дальнейшего обслуживания и включения в итоговый документ, из них кроме вопросов, отмеченных по ипотечному кредитованию. Хочу отметить следующее предложение. Необходимое повышение финансовой грамотности людей, которые занимаются сельскохозяйственным предпринимательством. Внедрить программу поддержки начинающих кооперативов, так как поддержка нужна именно в самом начале пути. Во-вторых, на сегодня пашни сельхозугодия, предназначенные для производства сельхозпродукции, находятся в аренде у граждан, не имеющих крупных рогатых скота и лошадей. За неиспользование земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с их селевым назначением для изъятия земель установлен 3 года. В связи с нехваткой сельскохозяйственных угодий для ведения сельхозяйства на уровне Иль-Тюмень, Республика Саха-Якутия, предлагается рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство о землях сельскохозяйственного назначения в части сокращения срока до 2 лет. Еще хочу отметить о дальневосточном гектаре. Через сайт не видны ранее учтенные земельные участки, что побуждает наложение друг на друга и приводит к серьезной проблеме при оформлении имущественной сделки. Соответственно, возникает огромная проблема для наследников республики. Под защитой программы только земельные участки в районе Ижиз, остальные поля, озера, леса, сайлыки, пашни и многое другое собственности муниципального района и республики и Российской Федерации, что позволяет распоряжаться землями, которыми пользуются местные жители без их ведома и уведомления. Отсюда вопрос,
как быть жителям, которые живут в селах, ведь их жизнедеятельность не заканчивается территорией их забора. Но в заключение хотел отметить о семейной экономике. Распространение новой коронавирусной инфекции нанесло спад экономики каждой семьи. В целях содействовать обеспечению продовольствия и безопасности населения начата реализация пилотных проектов по отдельным улусам. Многие семьи в течение летнего периода, 2020 года, принимали участие в реализации данных программ. На примере Чуропчинского улуса пилотный проект «Сиди дома» занимается семейной экономикой. Реализован по 9 направлениям, в том числе предоставление земельных участков, закупка теплиц, рассад, сбор ягод, лекарственных трав и приобретение скороспелых животных. Инициатором проекта является глава улуса. На пришкольном участке средней школы жители многоквартирных домов на выделенных участках и теплицах вырастили овощи на сумму от 2 миллионов рублей. На предоставленном семьям земельных участков под картофелеводство в селе Мандагай сбор урожая составит 24 тонны при покупке семенного картофеля в объеме 5 тонн. От производства мяса, свинины и птицы доход составил 24 миллиона рублей. В результате реализации пилотного проекта общий доход составил в Чуропчинском улусе 33,2 миллиона рублей, превысив финансовое обеспечение реализации проекта в два раза, который составлял 15,7 миллиона рублей. Аналогичный проект поддержки семейной экономики за 2020 год реализован в Намском улусе по четырем направлениям с общим объемом финансирования в размере 15,9 миллиона рублей. Бюджет района выделил 4,3 миллиона, за счет бюджета поселения 7,5 миллиона, за счет средств населения 6 миллионов рублей. По итогам реализации проекта программа также показала свою эффективность, и участники населения поддержали инициативу продолжить реализацию проекта в последующие годы с расширением направлений. В этом году нам всего планирует реализовать приоритетные проекты по шестим направлениям, в том числе включить такие новые направления, как создание культурное, историческое и туристическое направление. Это Намские просторы, производство швейных изделий, кластер аквакультур, создание единой цифровой экосистемы IT в долине Цели. В заключение хочется выразить слова благодарности Михаилу Ефимовичу за то, что душой болеете за якутский многонациональный народ, за развитие сельской местности. Спасибо вам!